Приветствую всех на моем канале. Это воскресный ролик. Как всегда, он не о электронике, а о интересных местах. Сейчас я нахожусь в бухте Каменных Башен. Эта бухта находится на острове Русский под Владивостоком. Смотрите, какие пейзажи. Море уже остывшее, но охотники там еще ползают и охотятся на перегонки с нерпами. Там за терпугом охотятся нерпы, а вот там за терпугом охотятся охотники. Но интереснее вот что. Вся эта бухта усеяна вот такими вот башенками. Это не кладбище, не могильники, ну и, конечно же, не древние сооружения. Все это дело рук человеческих, и причем дело рук современного человека. Все, кто сюда приезжает, восхищаясь пейзажем, считают за свой долг сделать одну-две небольших каменных башни. Давайте посмотрим на этих трудяг. Вот один из них. Давайте подкрадемся к нему потихоньку и спросим, зачем он это делает. Данила, а зачем ты строишь каменные башни? Ну, я думал, что эти каменные башни построены для того, чтобы память об людях осталась. Вот, понятно всем? Думала. Давайте прогуляемся по бухте еще и посмотрим, сколько же этих башен здесь построено. Пересчитать их, наверное, даже невозможно. Хотя, наверное, юному отроку, который строит очередную башню, можно было бы и дать задание потренироваться в счете и пересчитать все эти башенки, которые построены здесь на берегу людьми.